Каспийске под руководством Арсена Базаева продолжаются работы по доступной среде для людей с УВЗ. На сегодняшний день в многопрофильном лицее номер 14 и на прилегающей территории были проведены ремонтные работы по установке 5 пандусов. Вот ко мне обратилась Хурсиева Патимат, она сама инвалид первой группы, она передвигается от инвалидной коляски, мать троих детей. Вот она обратилась ко мне, чтобы ей помогли. У ее старший ребенок ходит в 14-ю школу, ей трудно проводить ребенка в школу. И я тут же реагировал, выехал на место, посмотрел, действительно, здесь вообще не было ничего. Не мог никак попасть в территорию школы. По словам Арсена Пашаевича, в данном вопросе протянул руку помощи депутат городского собрания Тимур Абдуев, который, в свою очередь, выделил денежные средства для установки данных пандусов. Стоит подчеркнуть, что реконструкция территории школы проходила с 18 по 22 декабря. Теперь обратившаяся за помощью мать троих детей Патимат Хусриева с комфортом и без происшествий может передвигаться по территории школы. Она живет здесь недалеко сама. А и чтобы удобно было, начиная с того тротуара начала, где не было пандуса. И вот, ну вот, вот район этой школы, тротуар от его дома до этого магазина и школы включая. Чтобы у него не было проблем. Один магазин, ребенка проводят, встречают. Я думаю, вот уверенно, что могу я сказать сейчас, она может сама выехать спокойно. Провожать ребенка, встретить ребенка со школы. На данный период под руководством помощника главы города Каспийска по вопросам инвалидов Арсена Базаева ведутся проверки торговых точек города на наличие пандусов. По его словам, работа по доступной среде не заканчивается, и в скором времени наш город станет еще доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья. Хотел бы, да, вот действительно, что директора вот школы, да, у всех школ, чтобы они тут обратились на это внимание, чтобы у них школа, территория школы была доступная среда. Если они обратятся ко мне, я за, я буду помогать, я буду находить мастеров и буду работать над этим, чтобы у них была доступная среда территории школы. Асия Тумалатова, Гаджи Гаджиев, новости телеканал «Среда».